Сухумвит, 43/1. Так называемый арабский квартальчик. Вот он весь готов к потопу. Стеночки выложили. Народ сидит, кушает. Вот. Эти аж разноцветные мешочки купили. Вот пленочка внизится. Люди есть, там, кстати, русские туристы сидят. Вот не знаю кто, но все. Вот. Торговля идет. Народа немного меньше, конечно. Вернее, намного меньше, скажем так. Наверное, в половину. Ну, сюда обычно к вечеру тоже приходят. Ладно, в любом случае, губернатор только что заявил, что весь Бангкок не затопит. Я уж не знаю, как до конца будет, но надеюсь, что не затопит. Давайте.